Бесконечно воплощаясь в разных телах, внутри огромной живой вселенной. Люди, животные, птицы, камни, планеты – все это части одного большого организма. И этот организм ждет, когда мы все поймем одну простую истину, что все мы родственники. И все части одного тела. Какой смысл стрелять себе в ногу? Ведь лучше помогать друг другу и любить, и развивать своими руками общую вселенную, и улучшать наш дом. Браво! Потрясающе! Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш музыкальный эфир, и в этой студии вас приветствуем мы, Артур Туманов и Асоль Мухамедзянова. И желаем всем всего самого наилучшего. Ну, а мы, в свою очередь, обещаем, что это утро вы начнете максимально продуктивно, а самое главное, очень интересно. И в нашей студии наш прекрасный гость, зовут его Ильдар Гимадиев, и он играет на довольно необычном для России инструменте. Это варган. Это варган. Здравствуйте, Ильдар. Доброе утро. Музыка прекрасная, куда-то мы, по-моему, уносились в космос. Унеслись во вселенную, я скажу так, да. Расскажите о вашем творчестве, как давно вы пришли к этому чудесному инструменту? Ну, где-то лет 10 назад я начал играть на этом инструменте, и мне очень понравился звук и состояние, которое этот инструмент дает, такое умиротворение, да, медитацию. И поэтому я заинтересовался в дальнейшем освоении варгана. И... То есть вы же еще сами их, по-моему, да, делаете, да? Да, в процессе захотелось научиться их изготавливать и уже распространять эту культуру среди людей. Судя по всему, у вас это получается очень успешно, очень много интересных работ. Я вот вижу, вот эта работа, точнее, этот варган выполнен даже в стиле самолета. Да, тут какой-то, да, нет, ты знаешь, какая-то самолет или летит, да, в свою вселенную, ну, так сказать. Смотрите, это же курай, да? Вот, курай, татарский курай. Татарский такой. Курай, да? Кубыс. А, кубыс, да. А может, это вот совсем мы с тобой курай не... Курай – это дудочка, если я ошибаюсь. Да, то есть это кубыс. Но смотрите, а вы, то есть, вроде бы как бы традиционное звучание кубыса, да, варгана, в современной интерпретации преподносите. И это же звучит, у вас и рэп звучит, и какая-то музыка, и, знаешь, такая интересная. И добавляя такую, знаешь, современную нотку философии. Даже если посмотреть на вашу одежду, в которую вы пришли, да. Вот баланс, баланс, медитация, космос, дыхание, улет, любовь, а самое главное, гармония с природой, миром и человеком. Правильно? Да. Но скажите, пожалуйста, Ильдар, вот я видела у нас там на столе несколько ваших и таких вот музыкальных инструментов, и они все отличаются по форме, по звучанию, также они отличаются? Да, разные по звуку. Бывают высокий, средний звук, басовый, и также по тональностям, по нотам. Ну вот чем вот этот инструмент отличается от того, что у вас в руке, на котором вы уже играете? Да, вот этот он басовый. Можно я его потрогаю, да? Ага, то есть по весу они, в принципе, одинаковые, видишь, там, да? Видишь, огонь, стихия, огонь. Он длиннее и, соответственно,
чуть тяжелее, да? Длиннее вибрация. А здесь? Здесь более короткий язычок и более высокий звук. Он настроен на нестандартную еще частоту 432 Гц. Это такая звукотерапевтическая частота. Например, вот модель самолет звучит на высокочастотном диапазоне в ноте 432 Гц, в ноте ля. Вот давайте, это, послушаем. Да, давайте послушаем. Давайте, с радостью. Ой, это так звучит просто великолепно, да? Вот. То есть, даже без, в принципе, компонента, да, музыкального аккомпанемента, да. Это выглядит просто интересно и потрясающе. Ну, у вашей семьи кто-то играл на этом инструменте? Или вы где-то просто были в гостях, услышали этот инструмент, или просто где-то по телевизору? Я увидел в интернете, вот как раз более 10 лет назад примерно, одного мультиинструменталиста из Японии, Бион Кай. И он играл современную музыку на этом инструменте с битами. И тогда меня очень вдохновило. А потом я уже начал изучать этот инструмент более глубоко, с этнической точки зрения. И понял, насколько он широк. И также понял, что не обязательно какие-то сложные композиции играть. Достаточно просто настроиться на приятную волну и соединиться с природой, играя просто от души. Вы же обучаете этому, да? То есть игре, да, на этом инструменте. Да, ой, обучаю. И, конечно, хотелось бы, чтобы побольше людей играло на этом инструменте, ведь на нем очень легко научиться играть. Не нужно знать нот, музыкального образования. Достаточно желания, немножко чувства ритма и вперед. Дело спасибо, пойдет. Да, спасибо вам огромное, что вы дарите такую прекрасную музыку своим слушателям, помогаете им расслабиться с помощью этой музыки. Главное найти себя, да, в гармонии, точно, с природой. Удачи вам, очень рады были с вами познакомиться, и я надеюсь, что мы с вами еще не увидимся. Раз увидимся.